Привет, мой друг, я тебе рад. Смотри вокруг, столько ждет чудес. О них узнать настала пора, и руку я протяну тебе. Я очень рад, мой добрый друг. Привет, привет, снова говорю. Доброе утро! И нас никто не разлучит. Пройдем мы вместе целый мир. Мой важный гость, почаще приходи. Так много приключений. Котик и панда. Пульт управления. Ребята, просыпайтесь, уже утро. Я везу вам почту. Хо-хо! Твоя посылка пришла! Ух ты! Наконец-то! Отлично! Спасибо тебе! Пожалуйста! Пока! Пока! Доброе утро, мистер Лис! Доброе, доброе! Та-да-дам! Видел мою новую машинку? Красивая! Давай прокатимся! Я с радостью. Я только подготовлюсь. О. А? Ну что? Поехали! Да! А почему мы не едем? Что ты забыл? Надо подумать. Для чего это нужно? Я слеп! Я ничего не вижу! Он не работает! Держись! Да! Ах вы, хулиганы! Это вам не игрушки! Надо быть осторожнее! Надо всем все вернуть. Я туда больше не сяду. Я тоже.
Мы вдвоем с тобой так опасны и быстры. Сотворим что-нибудь подленькое. Малыши! По лесу бегает ревущий монстр! В лесу так темно! Я боюсь! Кротик, что там происходит? Я не знаю. Бежим, посмотрим. Подожди меня! Ко-ко! В лесу монстр! Монстр, который громко рычит! Он ворвался в дом к зайчику, а еще потоптал цветы, что я посадила! От какого монстра могут быть такие следы? Кротик, мне кажется, что этот монстр – моя новая машина! Мне тоже. Сейчас монстр орудует в лесу. Надо догнать его и поймать. Из-за меня она здесь появилась. Значит, мне ее и ловить. Да, конечно. Хо-хо. Не волнуйтесь, я поймаю монстра. Хо-хо, я пойду с тобой. Вам двоим под силу поймать монстра. Вы мои герои. Герой? Поймать мою супермашину? Да вам к ней близко не подойти. Хо-хо, кротик, будьте осторожней. Давайте вернемся в деревню. И подождем их там. Готовься, она едет. Быстрее, копай ловушку. Что за звук? Спасайся! Где же они? Не волнуйся. Идут. Хо-хо, кротик, вы поймали монстра? Монстр, он бежит сюда! Всем привет! Машина монстра, победил я! Ух ты! Это машина монстр! Лис такой сильный и смелый! Восхищайтесь мной сколько хотите. Лис, а что это у тебя там? Ничего, ничего. Ничего, ничего. Жмите на пульт управления! Пульт управления? Этот! Да-да! Жмите на стоп! Где же здесь стоп? Может, вот он? Нет, Лис, не работает! Антенна сломалась! Держите меня!
сначала! Надо же, как весело! Так здорово кататься на машине! Мистер Лис, качай сильнее! Качай сильнее, мистер Лис! Вот так! Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Мы с тобой вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат.